Привет, 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 геймеры, с вами Гринланд, и сегодня у нас три шредера противостоят всем черепашкам. Мы, конечно же, играем наши любимые черепашки-ниндзя-легенды. Первым атакует никовский шредер обычный, вторым прокачивает пассивное лечение всем супер-шредер, мутировавший шредер. И у классического шредера понижена скорость, но он все равно будет атаковать. И будет атаковать он Леонардо. Сильный удар и отравляющее лезвие использовал шредер на Леонардо. Майки стреляет нас своими липучими стрелами. Донни выставляет броню, которая сработала только у Майки, у остальных просто повысилась защита. И Раф наносит сильный удар супершредеру, но супершредеру все нипочем. Атакуем Донателло, потому что он кто? Правильно, хилер. Сначала вышибаем хилеров всегда, чтобы упростить себе прохождение, чтобы ускорить прохождение. Потому что он начнет лечить, по новой надо будет атаки тратить, а мы сейчас по минимуму атак на первых игровых черепашек. Первая волна у нас, как видите, игровые черепашки. И Раф тут в таком шекспировском, гамлетовском стиле достает череп и произносит «Бедный Йорик». И этим Йориком в нас, соответственно, запускает. И Раф помирает уже. Остается только Майки. Сшибаем ему сначала броню. Шредер еще на всякий случай заблочил ему лечение. Ну, Шредер в этом не было необходимости, чувак, потому что Майки все равно не сможет полечиться. У него нет хилерских способностей, а вот атаковать мешочками с песком он нас сможет и сбить Супер Шредеру его броню. Первая волна пройдена. Отправляемся дальше. Дальше никовские черепашки у нас. Как по мне, это самые сильные черепашки. Сразу долбим их атакой из другого измерения. И троих из четырех забираем. А четвертого Рафаэля добивает Супер Шредер. Быстро проскочили самых сложных черепашек. Ну, еще, конечно же, нужно учитывать уровень. У них 80-й, а у нас все-таки соточка с вами, друзья. Опять массовую использует никовский шредер. Ну, так она зашла, слабенько, я бы сказал, зашла она. И надо нам побеждать Рафаэля. По-любому. Потому что он сможет подлечить. Ну, тут уже, я думаю... Ну нет, верняк сделаем. А вдруг его это отравление не добьет окончательно? Что же мы тогда будем делать? Наблюдать это все. Так, кого? Донателло, у него массовые атаки сильные. Атакуем Донателло. Лечение заблочил. Шредер никовский, он верняк. Всем блочит лечение. Так, вот она массовая атака. Кофейку, кто заказал кофейку? Бариста Донателло работает прям в канализации. Ну, куда же без этих танцев? Куда же без этих танцев? Так, Шредер, прокачай нам. Крит, лечение пассивное и даже иммунитет. Супер Шредер решает Донателло. И кого дальше? Леонардо будем лупить. Леонардо дает сдачи никовскому шредеру нашему. Но классический шредер решает классического Леонардо. Майки у нас остался. Но мы сейчас быстренько из него бифштекс сделаем. И вот он, черепаший бифштекс готов. Следующая волна. Какие там у нас? Оригинальные черепашки. Шредеры, вам не выжить. Ну, это мы еще посмотрим, отвечают шредеры наши. И в первую очередь Микеланджело отправляется в кляксу черную тонуть. Дальше, конечно же, Рафаэль получает удар от шредера. Не такой сильный, как хотелось бы. Леонардо, что он делает? Он, конечно же, дразнит нас, вызывает удар на себя. Учитывая, что у него еще есть стойкость.
такая способность. Когда его убиваешь, он еще один раз остается живой. Опача, прилетели нам бульки комиксоидные. А мы тоже сердечко-то хвать-хвать, да и прокачали себе пассивное лечение. Сейчас и подлечимся сразу. А давай-ка массовый шреддер. Может, Рафа загребем в кляксу. Раф в кляксу уплыл. И приходится нам атаковать Леонардо. Классно. Че, это стойкость не сработала, не понял я. Ну и не сработала, и отлично, и здорово. Видимо, не 100% работает стойкость, если 80 уровня персонаж. На сотке работает 100%. Разбираемся мы с оригинальными черепашками. И сейчас у нас будут Vision Quest черепашки, мистические наши. Черепашки ниндзя-видения. Но для них Супер Шреддер специально припас свой прыжок с шипами. И я думаю, это будет очень быстрая разборочка. Раф сразу отвалился. Донни отвалится при своем ходе. Майки теперь тоже отвалится при своем ходе. И Леонардо, наш дорогой друг. Все по очереди должны сейчас отвалиться. Ну, давай Донни поможем. Хотя у нас точность у Шреддера была не снижена. Остались нам только космические, а мы еще даже лечение не использовали. В принципе, все идет гладенько. Шреддеры выпиливают черепашечек как по маслу. Ну что, Раф, атака двумя мечами, чувак. Попробую защититься двумя саями. Но у Рафа не выходит, и он отправляется парить в невесомости. А Супер Шреддер уже берется за Донни, и ему летят шипы счастья. И еще и воздушная атака никовского Шреддера, обычного. Бам! 2-3, ребятушки, у вас нет шансов. Шреддеры сегодня победят. Сегодня день Шреддера будет, ребят. Юликсис на нас запускает Леонардо, а мы на него жопиксы запустим. От Бибопа и Рок, кстати, привет. Бам-бам, две огромные задницы, и все, ребят. Это победа. В принципе, очень легко мы проскочили всех черепашек. Вот такой вот самый сложный уровень этого испытания. И тремя шреддерами, прокачанными, конечно же, на максимуме, он проходится довольно-таки просто. Надеюсь, вам понравилось. С вами, как всегда, был Гринвуд. Кавабанга, чуваки. Пока-пока.